Статистика для них не просто наука, а смысл жизни. Ученые из ведущих вузов России, Казахстана, Белоруссии, Грузии собрались в ОГУ. Они представляют доклады на первой международной научной конференции формирования основных направлений развития современной статистики и эконометрики. В их исследованиях ответы на вызовы времени. Действительно, новые требования возникают перед статистикой в связи с вступлением в международные статистические организации. И Россия, чтобы быть готовой к таким шагам, должна иметь адекватную статистику. От статистики сельского хозяйства до применения информационных технологий в этой науке. Ученых волнуют десятки вопросов. Один из них – подготовка специалистов. Эта конференция, я считаю, что это сбор такой очень большой, статистиков со всей России, вот, очень полезно. Сегодня, что проблемы статистического образования стоят очень остро. Сегодня как-то вот сама статистика, вот я считаю, что в нашей стране она недооценена. Потому что во всем мире, вот американцы проводят, она входит всегда в десятку самых ведущих профессий. Участники форума уверены, конференция станет мощным импульсом к развитию статистики как науки.